Я хочу поздравить всех жителей Анталии с Новым годом. Пусть в этом году ваша жизнь будет яркой, красочной, веселой и успешной. Желаю вам здоровья, личного благополучия и удачи. С Новым годом! Поздравляю всех с Новым годом! Желаю счастья, много солнечных дней, много радости, удачи и всего самого лучшего. С Новым годом! Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом! Пускай год водяного дракона будет полон для вас счастья, удачи, благополучия и позитивного настроя. Поздравляю всех учеников и учителей Анталии с Новым годом. Я желаю всем счастья, здоровья, чтобы все хорошо отметили и встретили Новый год. Желаю, чтобы все получили много подарков и все получили много счастья. Ениил Кутлоулсон. Соблюдаем все пропорции, чтобы каждый день был заполнен работой ровно не более чем на треть, а остальные две трети были заполнены радостью, юмором и весельем. Затем мы добавляем 3 полные ложки оптимизма, большую горсть веры, ложечку совсем маленькую терпения, несколько зерен терпимости и, наконец, щепотку вежливости и порядочности по отношению ко всем и особенно к близким. После этого всю получившуюся смесь мы заливаем сверху любовью. Теперь, когда блюдо готово, украшаем его лепестками цветов, доброты и внимания. Подавать нужно ежедневно с гарниром из теплых слов и сердечных улыбок, согревающими сердце и душу. Счастье есть! Приятного вам аппетита! И, конечно же, с наступающим Новым годом!
Поздравляем с Новым годом! В доме ясной вам погоды. Год дракона принесет только радость круглый год. Дракон – карнавальная фигура, не существующая в обычной жизни. Это мифическое существо, могущественное и в то же время совершенно нереальное, созданное, как видимо, только для столь же удивительных событий в нашей жизни. Пусть наступающий год дракона принесет в нашу жизнь только добрые, волнительные и волшебные моменты. Пусть вас окружают лишь самые благородные, красивые и удачливые люди. И чтобы тепло вашей души согревало как можно больше достойных людей. С Новым годом!